В День защитника Отечества первые лица республики, представители ветеранских организаций и жители Петрозаводска возложили цветы к вечному огню в карельской столице. Глава Карелии отметил, 23 февраля – один из важнейших праздников в нашей стране. Мы вспоминаем свои традиции, все то, что действительно связано с долгом защиты Отечества. Мы вспоминаем всех тех, кто служил. Мы чтим всех тех, кто сегодня несет нелегкую службу в нашем непростом мире. Артур Парфенчиков поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Всех, кто в разные годы защищал страну и кто сейчас несет службу. Память павших воинов почтили минутой молчания.